функция радиосвязь, держать связь устойчивую с подразделениями, чтобы команда правильно решение принимала, и вы это. Вот основная функция. В атаку мы не ходили. Ну и радисты вообще-то, раз это было постановление от Сталина, в это находилось в привилегированном отношении, что ли, нас берегли, вот проще всего сказать. Так рассказывает ветеран о фронтовых буднях, скромничая, что с оружием и гранатами в сражения не ходил. Однако Василий Павлович 16 лет ушел добровольцем на фронт, прошел курсы радиосвязи, попал в 4-й сталинский стрелковый корпус добровольцев-сибиряков, прошел страшные сражения под городами Белый, Старая Русса, Смоленск, Великие Луки. С трепетом вспоминает боевых товарищей и командиров. Со всякими чувствами. Первое дело, это очень, очень плохие чувства были, неразбериха была, в этот, очень много это, погибших. Вот мы, когда шли из Старой Руси на это, на перформирование, где по полю боя-то, эти вот ноябрьские эти бои там, наверное, раньше не захоронены были, в апреле месяце только хоронили. И вот целые поля трупов, это много очень, жутко смотреть. Парадный китель Василия Сорокина насчитывает около 20 медалей, среди которых орден Отечественной войны второй степени, орден Ленина, медали за боевые заслуги, за оборону Ленинграда. Ветеран признается, что эти медали не главное. Самая хорошая награда, как я считаю, за все три года я вот на фронте был, считаю, то есть на передовой, ну, два месяца только, считаю, этот, остался живой и не раненый. Вот это вот... Все в это. А об наградах мы не думали никогда, кто, как чего, за что дадут, не дадут. Да и вообще, и тогда, и сейчас я по наградах так это. Василию Сорокину 88, но не зная дату рождения, так и не скажешь. Он самый активный ветеран Бердска, постоянный гость в школах, на городских событиях. Василий Павлович признается, что очень гордится молодым поколением, которые принимают участие в патриотических мероприятиях.